Привет, народ! В общем, появилась такая идея записать ролик, как я делаю 50 трюков на грандбоксе. То есть, может быть, это и будут как отдельные трюки, какие-то комбинации, но суть видео, чтобы я сделал 50 трюков именно на грандбоксе. Изначально думал 100, подумал, что-то перебор. Для начала попробую 50, а возможно, в следующих роликах попробуем чуть больше. Вот. Пишите в комменты о такой идее. Можно не только на грандбоксе, и в дроп записать что-то, и в квотере попробовать, и в общем, где угодно. Вот, смотрите видос до конца. Посмотрим, осилю нет. Я думаю, в принципе, вполне комбинациями, связками получится круто. Что не крутятся кренки. Надо чуть добавить звеньев. Так бы еще с кренками можно было что-то покомбинировать. В общем, летим дальше. Сделал 20 трюков, максимально выматывающая штука, честно говоря, уже становится сложновато, хотя, в принципе, база большая. Жалко, кранки ушли, так бы еще было связочек так 10, наверное. Сейчас будем что-то придумывать с гриндами. Трюков есть. Надеюсь, я не сбился со счета. Вот. Довольно-таки сложная штука. Раскрываешь на полный свой потенциал, так сказать. И взгляд на грандбокс. Еще есть всякие крутые лайны, но их сложно будет воплотить, потому что, опять же, спал 2 часа. В общем, кому-то нафиг интересно, кому надо еще 20 трюков доделать. Йоу, погнали. Осталось 15 трюков, максимально уже сложно дается все. Хреново, то что по бокам цепляются морезы, на айсе особо не поехать. Сильно стопорит, поэтому еще минус трюки с комбинациями. В принципе, еще можно сделать Hard 180 bar. Честно говоря, сегодня желания его нету делать, поэтому буду как-то на гриндах выкручиваться. Thank you.
лютая трагедия. Я на передней пеге треснул пластик. Вот это хреново. Такой вот получился видос. Пишите в комменты, как оно вам. Очень заставляет подумать и посмотреть на линии с другой стороны. В принципе, если бы я уделил время на раскатушку, можно было что-то и покреативить, даже новое для себя попробовать. В общем, пишите комменты, как вам, зашел видос, нет. И смотрите остальные видео. Всем пока!